Всем привет, у нас в продаже появляется Audi Q5 2012 года выпуска, объем двигателя 2 литра, мощностью 211 лошадиных сил. Пробег на автомобиле составляет 154 тысячи километров. Давайте заглянем в салон. Кожа у нас в отличном состоянии, дверные карты без потертостей. Передний ряд сидений также в отличном состоянии, дверные карты без потертостей. Давайте пройдемся по комплектации данного автомобиля. В комплектацию входят 4 автоматических электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал с подогревом, центральный замок, электропривод передних сидений, датчик света, датчик дождя, мультируль, круиз-контроль, бортовой компьютер, штатная мультимедиа, парктроники, климат-контроль, подогрев передних сидений, обогрев заднего стекла, розетка 12 вольт, электроручник, автохолд, система отключения стабилизации и система помощи при спуске с горы. Если вас заинтересовал данный автомобиль, все контактные данные вы можете найти в объявлении. Приобрести данный автомобиль можете за наличный расчет по программе «Тридын» или в автокредит. Находимся мы по адресу Азина 83, автосалон «Зипа Авто». Всех ждем!